В антикоррупционном деле по Экспо-2015 появился новый фигурант. По сообщению пресс-службы агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции задержан бывший управляющий директор Экспо Сусланбек Баркинхоев. Ему вместе с группой ранее задержанных лиц инкриминируют присвоение и растрату бюджетных средств в размере 214 миллионов тенге. По этому делу привлекается еще 5 человек, в том числе руководитель подрядной организации. Как бороться со взяточничеством, сегодня обсуждали на республиканском совещании руководители региональных советов по противодействию коррупции партии Нур Отан. Первый заместитель председателя партии Бауржан Байбек заявил, что борьба с коррупцией лишь силами государства без активного участия общества эффекта не даст. Именно общественные советы должны стать базовой площадкой для координации мер. Отмечалось, что они уже ведут контроль за реализацией антикоррупционной программы партии и расходованием средств из нацфонда. Президент об этом и говорит. Открытое транспарентное государство, то есть вузы, школы, больницы, государственные органы должны публиковать свои отчеты, чтобы население видело, особенно те, кто работает с населением, что есть в бюджете, как это расходуется. Это же все народные деньги. Поэтому партия Нур Отан показала пример и будет требовать принципиально, чтобы эти вопросы решались.